профессиях через объектив фотоаппарата. В столице в эти дни проходит выставка работ казанских фотографов, приносящие пользу. Куда сходить за эстетическим удовольствием, знает Альбина Гавдулина. Их работа, как в строчках песни, и опасна, и трудна. Десятки кадров о жизни тех, кто всегда придет на помощь, и тех, чей труд так незаметен, но порой так незаменим. На границах или в городе они заботятся о нас, не требуя ничего взамен. От пожарных до водителей троллейбуса сотни профессий глазами фотографов. Выставка «Приносящие пользу» – это своего рода манифест против постановочных фото и искусственных эмоций. Такая выставка антигламура. Мы везде видим картинки каких-то бесполезных людей, ну вот, с уточкиными глазами, там, не знаю, какие-то причесанные хипстеры. Ну вот, и было предложено сделать выставку о людях, которые реально приносят пользу. На предложение питерского фотографа казанцы откликнулись сразу. На конкурс прислали более 100 работ. Из них отобрали лишь 36 фотографий. Теперь они – украшение выставочного зала. Тройка лучших фотографов, помимо ценных призов, получили приглашение на мастер-класс в северную столицу. Алексей Челконогов увлекается фотографией более 6 лет. О конкурсе узнал случайно, отправил пару своих работ, и, как оказалось, не зря. Его репортажная фотосъемка с мест ликвидации пожара признана одной из лучших работ. Служил по контракту, проходили учения в одной из воинских частей. И вот ребята, которые там были задействованы, они занимались устранением ликвидации последствий аварии химической. Я как-то удачно пробегал мимо, прилег, присел, я уже не помню, сделал кадр и все. Увидеть выставку можно до 24 января. Заодно и увидеть тех, кого иногда мы просто не замечаем. Почтальонов, кондукторов, доярок, всех, приносящих пользу. Вход для всех желающих свободен.